Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Луны Тюнс. Ну что ж, давайте забирать все задания, что сделали мои персонажи. Так, и все, что... А, нет, вот, Сильвестр. Так, кто еще? Да ну, не может быть такое, что все. Ну ладно, раз такое дело. Так, давайте с вами сундучок назначим обязательно. Пускай он у нас открывается. А эти вскроем пока. А, подождите, надо еще охрану выставить. Все, назначили. Так, и... Да подожди, не это нам нужно. Вот, нам нужно открыть сундуки. Что тут выпадет нам? Деньги, опыт, бревно, магнит, бревно и баллончик. Так, погоди-ка. И все, что ли? Больше ничего нет у нас? Ладно, забираем тогда деньги с наших защитников. И давайте, наверное, сейчас с вами зададим очередные задания. Так, давай, отправляйся на охоту, Элмер. Кто у нас следующий? Фогорн. Исследовать лес. Замечательно. Так, Сильвестр, что у тебя? Наблюдать за птицами. Давай, бойскаут. Действуй. Так, а у зайца не прокатит. Так, ну-ка, Дафи, у тебя то же самое. Блин, мне нужно у кого три задания. Ага, сделать фотографии. Давай, делай. Забираем здесь наш опыт и кристаллы. Так, здесь тоже заберем. Ух ты, скоро мы получим этого персонажа. Уже скоро. Так, здесь у нас очень-очень много персонажей. Так, а у нас все, ребята. Заданий мы больше задать не можем, но зато можем спокойно идти на арену. Давайте так, так. И где наша свинюшка? Вот так. Будем побеждать, зарабатывать билеты, зарабатывать сундуки. У нас два места есть еще под сундучки, так что все в наших руках. Ну что же, тут я не знаю кого. Давайте так сделаем. Получи подарок. Ха-ха, 72 минус. Ну, добьешь, нет? Нет, не удалось, к сожалению, ему. Бабуля, успокойся, а. Ну, ё-моё, что ж ты делаешь? Так, тут еще, смотрите, свинья в свинью стреляет. Как-то все очень-очень плохо у нас здесь получается. У меня пиги практически на пределе. Давайте добивать. Получи. Так, ну что, давайте, наверное, тогда Даффи разберем, чтобы он здесь не замедлял нас. Что он там сделал? Бабуля, да успокойся ты уже в самом деле, а? Так, еще этот добавляет, а? Тогда получи. Все, победили. Ну и давайте свинью будем разбирать уже. Давай, братишка, бомби его. Так, и ты тоже долби. Все, осталась одна бабуля. И я думаю, что твоя пушка здесь не поможет тебе. Получи. Как говорится, всыпали ей ремня. Ну, нет, не добили. Ну, кнутом уже Сильвестра уж точно сделает свое дело. И наша победа. Мы получаем с вами 3 звезды. А это означает, что мы получаем сундук. Ну и, конечно же, билетики. Так, этот нам нужно назначить обязательно в банк. Давайте сюда воткнем. Сейчас выставим охрану. Вполне, вполне. И продолжаем. Так, что у нас? У нас есть 3 билета. Ну, я думаю, что вскрывать мы их пока не будем. А сделаем еще один бой. Тем более здесь, ребята, 2 золотых сундука. Так, давайте также выберем свою команду. И кого бы взять? Давай свинью. Все, отлично. Хотя у нас по силе здесь меньше. То бишь противник наш сильнее получается. Но я думаю, что все равно должны победить. Давайте, наверное, начнем с кролика. Минус 77. Ну-ка, бойскаут, сможешь одолеть его, нет?
Чуть-чуть не хватило буквально. Ах ты, курица со своим супом здесь прискакала, а? Ну, пока еще более-менее. Так, свинья у них делает отхил. Все, пора нам тоже подхилиться и разбирать их во что бы то ни стало. Ну-ка, давай-ка, получи-ка плеткой. Так, он еще живой. Ну, сейчас его бойскаут добьет. Успокойся ты, а. Вот смотри, что творят. Ха-ха-ха, не тут-то было. Получи, курица. Ну-ка, давай-ка, бойскаут из-под тишка. Смотри, какая крепкая, а. Не хочет сдаваться, ну, думаю, сейчас добьем. Нет. Даже сейчас не вышло ничего, а. Так, он еще и крит-удар им повысил. Это очень плохо. Так, давайте разбирать. Я почему не хочу сейчас скунса в данный момент? Потому что... Эй-эй-эй, успокойся, девочка. Ух, потому что у нее очень сильно развит уклонение. И она будет от наших ударов уклоняться. А мы в этот момент будем пока разбирать свинью. И осталось совсем немножко. Да что такое-то? Оу, ребята! Вот тебе и прошли. Без проблем. Фограна подбили, вот что плохо. Смотрите, а? Ну что она творит-то? Я как и мама говорил, что у нее уклонение. Ай, ладно. Будем ее сейчас с вами добивать. Ну давай, ты под крит ударом должен хорошо бомбануть. Ну как так уклонение у нее, а? Ну, получи тогда по полной программе. 57. Так, 35. Все, сделали. Отлично, победили мы. И две звезды. Сундука нам не видать. И всего лишь два билета. В общей сумме у нас получается с вами 5 билетиков. Ну, это тоже неплохо. Сундуки-то есть у нас еще золотые? А-а, вот, ребята, незадача. Нету. И сейчас не появились. Ну, давайте обновлять. Не, не дают. Ага, есть. Есть, ребята, мы с вами все-таки нашли сундучок. Ну, такой командой, я думаю, мы вот сейчас так сделаем. Должны уже будем победить. Ух, как говорится, была не была. Золотой сундук нам очень нужен, потому что я думаю, что с него очень хороший лут будет. Давайте вот так начнем. Что ты такой? На-ка, получи. Ох, быстренько мы разобрали. Так, свинья. Ну что ж, давайте тогда, наверное, будем, я не знаю, Даффи, да. Потому что он, у него, сами знаете, есть скилл на замедление. То бишь, мои персонажи будут медленнее набирать энергию для очередного удара. Но, как видите, Фогрн поставил на себя провокацию. И это очень плохо. Нет, нет, мы его, конечно же, не добьем сейчас. Но, тем не менее, у нас повышаются шансы. Тем более, у нас есть отхил. Все, думаю, кошара сделает его. Так оно и есть. Ну, все. О, тут одна свинка осталась. Сейчас мы ее по-быренькому разберем. Так, давай дубинкой. И последний удар у нас. Ха-ха-ха. Готов. Ну что же, золотой сундук наш, ребят, мы его активируем. Так. Получили с вами неплохой лут. Давайте назначать его сюда. Охрану, естественно, выставляем. Вот так. Довольно неплохо. Ну что, все ячейки у нас заняты. Можно, наверное, крутить рулетку, ребят. Да, возьмем ферму. Ну и приступим. Выпадает у нас свинка. Свинка-фермер. Ага, неплохо. Ага. Значит, еще один фогарн. Бейсболист. Опять он же. И... Ага. Бернард. Ну ладно. Опять Бернард, да что ж такое-то, а?
Ну, давайте мне что-нибудь такое. Нет, свинья-фермер. Порки. Так, что? Что случилось, ребят? Что такое? Что он грузит там опять, а? И... Ага, опять бейсболист. Последний раз крутим, и выпадает нам... Ага, овчарка Сэм. Да, 100 билетов нужно, чтобы ее открыть. Это очень-очень много. Давай-ка мы сейчас с вами... А, у нас нету, ребята, нету, поэтому бесполезно им давать какие-то задания сейчас. Только лишь драться. Опачки, и еще один... А, у нас места нету, ребят. Под золотой сундук. Жаль, очень, конечно, плохо. Два сундука золотых было бы вообще шикарно. Ну, давайте фотографа. Фиг с ним. Попробуем пройти такой командой. Ну, по идее, я думаю, никаких проблем не должно у нас возникнуть. Да, единственное, что, опять же, я не взял лекаря. На-ка, получи быка. Ух ты, мы почти его разобрали, ребят. Что? Опа-на, контратака делает бабуля. Ну нет, только не это, да хорош. На, вазанка. Так, фограна мы в стойку. Так, ну что же, я даже не знаю, давайте попробуем, что вот этот вот за скилл. Да блин, повышение защиты, я думал, ты что-то будешь делать. Ах, давайте, раз Фогран на себя провокацию повесил, теперь придется его разбирать. Умудриться бы еще как-то. Ну-ка, если плеточкой. Осталось лишь добить. Давайте вазаночкой. Отлично. Ну что ж, бабуля, давай фотографию. Ага, фотография, значит, снижает скорость. В принципе, тоже неплохо. Готово? Готово. Да ты заколебал уже своей взрывчаткой здесь, а? Все, сейчас мы его прибьем. Тук-тук-тук, тебе подарок. И я думаю, он готов. Да, ребят, мы получаем с вами билетики. Сундук, естественно, нам придется с вами выкинуть. Потому что у меня не хватит на него кристаллов, чтобы открыть. Ну, а в банке, как видите, места абсолютно нету. Жаль, конечно, что у нас нету двух банков. Так бы мы могли бы еще два сундука туда вставлять. Давайте тогда с вами крутанем рулеточку и глянем, что нам выпадет. Так, подожди, нет. Эти я не хочу, давайте лучше ферму. Ну-ка. Ага, опять порки фермер. Следующим у нас идет Бернард. И последним у нас будет... Ага, волк Ральф. Ну что ж, ладушки. Так, задание тут. Еще 14 кристаллов. Кстати, мы скоро с вами получим уровень. Ну что же, нам, наверное, надо с вами идти опять на арену. И драться, ребята, драться. Хотя мы сейчас вначале с вами повысим. Только мы для начала... Вот, давайте-ка с вами Сильвестра прокачаем по полной программе. Сколько ему можно? Сейчас у него 13 левел. Ага, 14. Наверное, 15 будет максимальный, да? Так, 15. О, нет, еще дальше у него растет. Ну что ж, давайте тогда вольем в него все эти пробирки. До 16 уровня, наверное, доберемся все-таки, да? Да-да-да, нам хватает. И это максимальный левел. Ух ты, теперь он у нас вообще круто, ребят, смотрите. Энергии-то у него сколько стало. Я очень этому рад. Блин, а еще сколько персонажей у нас, куча. Так, давайте сюда немножко тоже вольем. Ой, совсем капелька. Ну да ладно. Тебе бы, конечно, свинюшка, звездочку бы как-то получить. Сколько мы тут еще? Еще 14, да? И это получается у нас, блин, немножко не хватает. 75 кристаллов всего. Оу, Порки выполнил задание. Так. Нет, нет, мы не будем его отправлять. Нам нужно у кого есть задание третьего уровня. А вот как раз ему-то и можно отправить.
Отлично, еще заберем задание. Оу, совсем чуть-чуть, ребята, и мы с вами левел получим. Вообще, кроха осталась. Наверное, нам надо идти на ринг и попробовать еще сделать один бой. Ну, заодно мы получим билетики, крутанем их потом. Ну, а почему бы и нет? Эй, не хватает. Так, а это смогу открыть? О, можно вот это открыть, ребята. Сейчас мы глянем, что нам здесь достанется. Деньги, опыт, ну и всякие плюшки. Замечательно. Да, уровень пока еще не получили. Жаль, но зато ячейка одна, ребята, освободилась. Поэтому давайте с вами по-быренькому сделаем бой. Так, кого выбрать-то? Я даже не знаю, ну, 0 секунд, давайте попробуем здесь. Слушайте, 0 секунд, это случайно не тот глючный? Да-да-да-да, именно он. Так, давайте тогда выберем с вами другой. Давайте, наверное, вот этот. Так, выбираем Фогарна, естественно. Порки. Отлично, в общем, такой командой сейчас попробуем забомбить и забрать сундук, поставить его в банк. Естественно, крутанем с вами рулетку. И я надеюсь, мы перейдем с вами на 17 уровень. Отлично. Так, давай-ка добьем, наверное, тебя, родной. Вот так вот. Так, здесь у нас Пепе, который любит травить. Ну вот, о чем я вам и говорил. Начинает свои танцы. Отравляющие. Так, а мы добиваем с вами свинью. Так, добей-ка его, Фогарн. Шикарно. Ну что же, давайте тогда Фогарна проучим. Так, плеточка его. Ух ты, 93, неплохо ты кританул. Сильвестр очень меня порадовал. Так, ну что же, остался у нас Пепе, который, в принципе, довольно легко разбирается. Все, мы победили здесь. Получаем 3 звезды, сундук наш. Соответственно, также мы получаем 3 билета. Ну и листочек синий. Так, нам показывают сундук, что мы его заработали. Ну, естественно, мы его будем назначать в банк. Вот сюда. Отлично. Так, охрана, охрана. Кто у меня? Че, только... А, нет. Я думал, только двое осталось. Нет, все пока нормально. Ну что ж, давайте тогда с вами, наверное, крутить нашу рулеточку. И... Ага, пес Ральф. Точнее, волк. Так, следующим у нас кто будет? Опа-на. Ага, Гектор. Ну что ж, тоже неплохо. И Бернард. Ладно, в принципе, ну, грех жаловаться. Ага, тут у нас еще что-то выполнено. Ёлки-палки, уровень должны получить, ребята. Должны получить. Есть. Поздравляю нас с 17 уровнем. Ну, а на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в Луны Тюнс. Ну, а на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята.